В этой серии Киевской амплитуды мы покажем вам приток Сырецкой речку Каменку. А сейчас мы перейдем на другую сторону улицы Щусева, чтобы осмотреть лежащий в низовьях речки Каменкой уцелевший давний пруд. Углубляемся под землю. Да, идем под землю. Мы выходим на свет Божий. А вот мы проходим мимо речки Сырецк, куда впадает Каменка. Вот Сырецк, мы сейчас даже попробуем к нему немножко спуститься, дабы показать зрителям речку Сырецк. Так, вот речка Сырецк, он выходит из портала коллектора, а тут в него впадает еще один приток, но не Каменка, потому что Каменка — это левобережный приток, а это какой-то правобережный впадает. Глубина Сырца здесь, ну, ниже колена. Ну, про Сырец у нас есть отдельный фильм, одноименный, речка Сырец, поэтому мы выбираемся к пересечению улиц Щусева и Стеценко. Нам нужно еще пересечь железнодорожное полотно, там железная дорога. Долго ли, коротко, под мостом мы выходим к прудам. Еще лет 50-60 назад это был один пруд. За него росок могучий тополь. Вот это давний пруд. Но выше по течению на Каменке был и другой пруд. Речка Каменка под таким названием подписана на картах 18-19 веков. Потом это название с карты исчезает. В 18 веке на речке Каменке было два пруда. Один из них определенно этот. А второй еще выше по течению. Причем на каждом из прудов было по водяной мельнице. Сейчас мы будем следовать вверх по течению реки Каменки. Отмечу, что вот именно этот пруд в таких пределах и соседний с ним в виде объединенного пруда показаны на карте РККА 1930-х годов, то есть как единый большой пруд, а сейчас их перегородили дамбой. С другой стороны мы видим чудесную рощу, могучие во много обхватов дерева. Это ива. Итак, вот верхний современный пруд, вот портал коллектора, и вода протекает по трубе в нижний пруд. Напомню, что оба пруда представляли собой еще в первой половине 20 века единый большой пруд, но где-то там выше по течению существовал еще один пруд. Каменка впадает в Сырец далее за этим нижним прудом. Этот пруд примыкает к парку памятника садово-паркового искусства Сырецкая роща. Вот этот холм — это Сырецкая роща. Туда мы заходили в серии Сырец. Там различные деревья растут. Вот за этой ивой мы можем встретить как березняк, так и хвойные деревья. Очень разноплановая посадка тут. Конечно, можно было бы подниматься и подниматься, снимая по пути далее эти замечательные глаза. Но наша дорога лежит далее, туда вниз, в глубокий овраг, где и пролегает русло Каменки. К сожалению, прямой переход здесь не предусмотрен, а свою способность телепортации мы временно потеряли. Поэтому сейчас мы придем туда, откуда мы пришли, к метро Сырец, и пройдем... Уже по другой стороне, да, и то уже улица не Щусева, Стеценко продолжается. Так, возвращаемся. Но бросим прощальный взгляд на эти пруды, в них водятся утки. Глубина тут, наверное, порядочная. Во всяком случае, с берега дно постепенно исчезает из видимости в некой тьме. А вот сюда вода уходит. Вот мы видим, как в этот портал уходит вода. Она перетекает на эту сторону, вытекает из трубы и уходит в трубу. И эта труба уходит в коллектор, вот опять же, под пересечение улиц Щусева и Стеценко. Мы тоже переходим на ту сторону, но чтобы проследить речку Каменку, вот где она протекает там. Возвращаемся. И вот мы уже обходим тот же мост с другой стороны. Сейчас мы пройдем под железнодорожной платформой Сырец. Сразу перед мостом под стык Стеценко и Щусева уходит Сырец. Вот тут он довольно широкий и довольно глубокий. Сейчас мы к нему спустимся и покажем. Мы идем к Каменке, но попутно показываем Сырец. Примечательно, что на песчаном дне Сырца лежат камни. Ну, может быть, это камни вот от той каменной опорной стены. Сырец бежит сверху через перекаты. Мы же выходим к улицам. Тут какая-то вода стоит. Мы же выходим к улице и будем следовать вдоль нее. Вот мы сейчас стоим, в овраге, который является поймой речки Каменки. На другой стороне пруды, около которых мы только что были. За нами мост, и там протекает Сырец. Там в Сырец впадает Каменка. Мы же сейчас выйдем к месту, где Каменка будет нырять в подземный коллектор, чтобы пересечь улицу Стеценко. С обоих сторон речной поймы холмы. Мы фактически на дне широкого яра. Вот такие зеленые берега. С этой стороны поросшие кленами. С другой стороны мы видим акации, сосны и вербы. Вот перед дорогой в парк Дубки мы видим, как речка Каменка уходит в подземную трубу. Через нее перекинут не весь зачем мостик. И вот сочится речка Каменка. Вот она сочится сюда и уходит туда. Мы будем следовать вверх по течению. Кто бы мог из проезжающих в маршрутках подозревать, что за этими зарослями крапивы протекает речка, которая отмечена на картах многовековой давности. Вот. Ты даже, наверное, и не догадываешься. Между прочим, тут еще какая-то конструкция. А вот ступени приводят нас даже к роднику, ибо родники сочатся тут со всех склонов. Но родник довольно запущенный такой, но некогда он был обустроен. Вот родник действующий. Однако это лишь часть Каменки, потому что другая ее часть проходит параллельно в подземном коллекторе. Склоны парка Дубки. Правый берег речки Каменки. По явно остаткам давней дороги спускаемся опять к улице Стеценко, чтобы не отклоняться сильно от русла Каменки. Слева довольно заброшено с виду. Сейчас мы проникнем на огражденную территорию. Сюда же нельзя. Сюда нельзя. И что? Сразу зоркий милиционер. Посмотрим, что это за сонная лощина. Сюда сходятся различные дороги, грунтовые тропы. А тут явно следы какого-то ручья, былого. Но я не вижу тут воды. Тут, вероятно, весной просто все стекает, но почва довольно влажная, что свидетельствует о родниках, которые неким образом сочатся откуда-то. Вот родниковое такое место. Крутые очень склоны, могучие деревья цепляются за них. Мы же вернемся к улице Стеценко. Деревья высотой с высотные дома. Вот мы выбрались на улицу Стеценко и продолжаем следовать вдоль речки Каменки. Мы выберемся к речке Каменка, сразу станет ясно, что это не просто обрат, а русло реки. Вот, кстати, вот даже тут видно, вот где она протекала, вот, но тут высохшее русло ее. Но мы пройдем чуть дальше и увидим очень интересное место, а именно озерцо. Озерцо у самой обочины. Кто бы мог подумать, что тут скрывается такое природное чудо. Вот. Напоминает, знаешь, приток Совки. Мы ходили вдоль улицы Кайсарова, и там тоже подобное. Вот в итоге все эти родники собираются и на их основе составляется речка Каменка. Вот еще часть реки уходит в подземный портал. Вот, часть уходит в подземный портал и прячется под улицу, а часть обходным таким путем течет дальше. Вот там тоже озеро, и в нем сидит утка, просто сидит неподвижно. Мы же сейчас свернем в чащу и посмотрим на этот берег, потому что вот то озерцо, оно питается из вод ручья. Сейчас мы исследуем этот ручей. Этот ручей – это приток тоже речки Каменки. Сейчас мы пойдем выше по его течению. Тут навалены бревна, но русло с виду чистое. Где ухоженный родник? Довольно живой поток воды выбивается тут из трубы. Давайте попробуем, какова эта вода на ощупь, если не на вкус. Попробую сейчас на руку помою и попробую на вкус. Очень вкусная студеная вода. Чистая на вид. Мы с тобой уже пробовали как-то чистую на вид воду, но потом выше по течению химия сливалась. Нет, ну тут хорошая чистая водичка. Вот она сочится из такого водоносного горизонта. Там наверху клены огромные и склон. Поднимемся выше по этому склону и увидим тут площадку. А выше еще одна терраса. Но лезть дальше мы не будем, а продолжим. Вернемся к улице Стеценко и продолжим следовать вдоль русла речки Каменки. Итак, мы вам показали замечательный родник. Пейте бесплатно. Возвращаемся к улице Стеценко. Посмотри, как тут буйствуют травы. Ага. Вот, любопытно сюда осенью прийти. Да. Так. Оказывается, целый островок такой небольшой. Ага. Ну что, будем прыгать или будем переходить? Опа. Это, пожалуй, единственный экстрим в нашей сегодняшней серии. Прыжок через ручеек. Вот такое озерцо приличное. Да. Как для обочинного озерца. Но вот видишь, тут явно раньше протекала вода, но сейчас только сухое русло осталось, потому что уже тут река спущена в коллектор. Вот четко прослеживается ее поверхностное русло. Вот оно. Вот. Но оно сухо. И всюду у обочины идет это русло. При строительстве улицы Стеценко часть оврага, часть речки Каменка были засыпаны. И всюду мы видим только части этого засыпанного русла. Вот далее прослеживается, например, как овраг, такой глубокий, глубокая вымоина реки приближается к основной улице и осекается порталом коллектора. Вот тут уже течение нехилое. Вот закрытой клеткой бетонный портал и довольно бойкое течение реки. Опа! Влез в торф какой-то, ладно. У меня есть где-то тоже. Коля, это меня не спасет. У меня какая-то бумажка. У меня есть. И салфетки. Салфетки есть. Высокие холмы окружают долину, в которой, заточенной в бетонном желобе, протекает Каменка. Но левый берег более пологий получается, от зрителя правый. А вот правый берег Каменки, он более крутой. Ну, как положено у рек. Да, сейчас мы будем следовать вверх по течению, пока не упремся в исток. Но исток там будет, пусть это останется для зрителей сюрпризом. Так, переходим все-таки на другой берег. Водичка тут чистая. Тут не глубоко, хотя мелко, ну чуть выше, ну кроссовок даже не зальет. Вот бы я помыл где-то свой кроссовок, но не хочу промочить еще более. И всюду навалены вездесущие шины. Наверное, те, кто их навалили, считают, что это очень красиво. Так, вверх уходят тропы, карабкаясь по суглинным склонам. Некоторые деревья на этих склонах не удержались. Да. Идем через заросли лещины. С разных сторон в Каменку вливаются дополнительные притоки родники. Вот один из них, он берет начало где-то там в листве и продолжается тут уже довольно... Ну, неощутимым потоком, но весьма. Эта часть русла завалена буреломом. Чувствую мерзкий запах шашлыков. Сюда в речку впадает еще один родник. Мы обойдем это дело по берегу, постепенно набирая высоту. Надо немножко набрать высоту, чтобы пройти дальше. И вот перед нами снова долина. Довольно величественная, не побоюсь этого слова. Мы спускаемся в нее. И посередине долины в бетонном желобе проходит речка Каменка. Вперед! Туда! Через речку переброшены мостики, а кое-где бревнышки. Впереди мы видим монолитную бетонную стену. А сейчас мы уже почти подобрались к истоку открытой части русской речки Каменка. Вот и исток. От местного населения мы узнали, что Эту речку называют, ну, местно называют Лыбедью, а также речкой Вонючкой. Угу. Мы же поднимаемся выше, но мы заранее знаем, что хотя речка выходит из холма, но мы не знаем, где она уходит в подземное свое русло, и, скорее всего, не узнаем никогда. Потому что оно сокрыто где-то. То есть где-то ручеек начинается, но, вероятно, сейчас это начало уже упрятано глубоко под землю. Мы вышли на улицу Саратовскую. Оставив позади себя в чаще речку Каменку. Вот улица Саратовская. Уже тут поработали зеленстройщики, обкорнав деревья. Саратовская улица покрыта тополиным пухом, акациями. По всем соображениям речка Каменка начиналась либо где-то там, вот на территории, огражденной этой. Но искать сейчас следы воды, ну, туда нас, вероятно, никто не пустит, хотя можно проникнуть. Ну вот какой-то вот даже виден, вот, может быть, спуск в коллектор. Вот, да. Вот. Этот, да, но есть изгиб и там какой-то, и непонятно. Но туда мы явно не проникнем, потому что там какая-то автобаза и что-то с электричеством связано. Поэтому, ну вот, будем считать, что мы находимся в истоках Каменки. Но где именно непосредственно этот исток, мы не знаем. Возможно, где-то там.